почетный титул богиня Земли получает девушка, которая занимает первое место в категории миссис и официально становится самой красивой мамой во всей Вселенной. Дамы и господа, богиня Земли, Анжела Шумова! Анжела Шумова! Как вам, когда вас называют самой красивой мамой Вселенной? Вам завидуют сейчас на Марсе, на Венере, понимаете? Ведь вы забрали титул там. Давайте. Поздравляем вас. Ленту. Ой, скажите что-нибудь. Нет слов, правильно, потому что богиня Земли, богиня Вселенной, она всегда вот, ну, как что, самая красивая мама Вселенной, она, конечно, заботой всегда общается, не словами, а заботой, не ласки, мы вас поздравляем, не плачьте.